парк Музеон, я там никогда не была. И я думаю, что там мне будет интересно посмотреть, что это местечко такое. Если вы там были, то поностальгировать, я не знаю. Я заболела, на самом деле, вчера мы были в кино. Я, по-моему, простудилась под кондишном, у меня болит горло, у меня насморк. Я не знаю, температура есть, нет, но мне плохо. Но сидеть из этого дома я не собираюсь. Купила себе такой комбез, короче. 600 рублей Зара. Распродажи. Я вас люблю. Сегодня 10 августа. День рождения Альцева Тресарян. Я еще раз поздравляю. Вот. Мы, короче, едем в парк Музеон. Мы там никогда не были. Там всегда огромная очередь, чтобы туда поехать. Все. И мы сейчас попробуем. И парковаться. Да, поехали. Поэтому, я не знаю, это может быть, наверное, интересно, что а может быть, нет. Посмотрим. Зависла уже минут 5, наверное, сидит. Не знаю, что делать. Я села. Может быть. Но они же разные, с той стороны другие. Still hesitating, fingers still obeying you. Though you make a squeeze, keep moving.
Короче, ребят, спасибо за просмотр. Я заболела. У меня температурка. Это, конечно, не Крит. Это Москва. Но, надеюсь, было хоть капельку интересно.